Ребята, всем привет! Сегодня вместе с вами я бы хотел распечатать лобзик марки Фиолент. Модель лобзика идет у нас PM5-720E. Данная модель идет в кейсе. Данная модель также идет в своей линейке лобзиков Фиолент. Самая мощная, надежная. Максимальный пропил у данной модели тоже самый большой. Давайте попробуем этот кейс открыть и посмотреть. Стоимость лобзика на сегодняшний день в нашем магазине 3100 рублей. Лобзик поставляется, еще раз скажу, в кейсе. Кейс, конечно же, простой, но для хранения и транспортировки лобзика, я думаю, что он необходим. То есть идет в комплекте накладочка. Руководство пользователя. С 2017 года я уже говорил, что на Фиолент гарантийные талоны идут в паспорте. Ну и больше, в принципе, в комплектацию ничего не входит. Кейс идет с отсеком для хранения пилок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь пилок здесь можно спокойно перевозить. Хранить. Лобзик. Мощность данной модели лобзика идет 720 Вт. Максимальная глубина пропила 115 мм. Лобзик так по весу не самый легкий. Есть регулировка оборотов. Редуктор лобзика выполнен из металла. Качество сборки на высоте. Гарантия на модель данного лобзика составляет 2 года. Лобзик считается профессиональным. Станина у лобзика тоже сделана из хорошего металла, надежного. Если даже лобзик у вас упадет, я думаю, что такая станина не испортится. Зажим. Зажим пилки идет под обычную отвертку. Шлицевую и обычную отвертку. Никаких шестигранников здесь нет. Быстросъемных патронов тоже нет. Торгую данной модели уже 4 года. Ни разу в ремонт никто лобзик такой не приносил. Качество сборки мне нравится. Кабель тоже не китайский. Кабель по ГОСТу. Русские буквы везде. Приобретая данный лобзик, вы не только получаете хорошее качество, но и также поддерживаете отечественного производителя, который, я считаю, что в данный момент очень нуждается в вашей поддержке. Ну и за эти деньги вы ничего подобного не возьмете. Также есть маятниковый ход в этой модели лобзика. Давайте попробуем, как она работает. Мощность чувствуется. Давайте попробуем обороты увеличить. Обороты меньше. Работает лобзик чисто. Никаких вибраций, колебаний, ничего нет. Делаем максимальные обороты. Так что, ребята, если хотите купить надежный, недорогой лобзик, присмотритесь к этой модели. Еще раз повторюсь, модель лобзика 720E. Лобзик хороший. Можете даже не сомневаться. Всем удачи, хорошего дня. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем удачи.